Наша редакция всегда радела за сохранение экологического баланса в регионе. Менялось руководство нашего муниципалитета, менялись чиновники на местах, но свою позицию мы продолжаем твердо держать, добиваясь широкой огласки фактов нарушения экологического законодательства и прилагая все силы для того, чтобы они были устранены, а виновные наказаны. А теперь к приятному. Весна – время, когда люди выходят на субботники, инициированные федеральными региональными властями, а также общественными организациями. Местное артемовское руководство не осталось в стороне и, активно используя имеющиеся ресурсы, включилось в эту работу. В соответствии с постановлением администрации Артемовского городского округа от 12 апреля 2021 года номер 260 ПА о проведении Всероссийского экологического субботника «Зеленая весна» 2021 и месячника по наведению чистоты и порядка на территории Артемовского городского округа в 2021 году, в период, начиная с 20 апреля, проведена массовая санитарная чистка территории Артемовского городского округа. Проведены работы по уборке улиц, территорий парков, пляжей, подведомственных территорий учреждений и организаций, городских и сельских кладбищ, придомовых территорий. К работе были привлечены организации, органы местного самоуправления Артемовского городского округа, трудовые коллективы, предприятия, организации, учреждения всех форм собственности, а также педагоги и учащиеся образовательных учреждений и, конечно же, жители. Жители дворов, работники предприятий, учреждений, организаций в течение месячника самостоятельно выбирали для себя удобные дни и время и организовывали, проводили, наводили порядок на закрепленных участках за ними. Всего в субботниках приняли участие более 5000 человек. В период субботника на территории Артемовского городского округа количество собранного и вывезенного мусора составляет 1093 кубических метра. Нужно понимать, что объем выполненных работ не покроет всего, просто не хватает средств. При этом самим артемовцам следует бережно относиться к окружающей среде и проявлять бдительность в отношении нарушителей. Необходимо сообщать о фактах появления несанкционированных свалок, слива в реке нечистот и ГСМ. Обращаться следует в компетентные органы. Наша редакция поддержит ваши заявления и будет держать на контроле решения складывающихся проблем.